сегодня очень приятно присутствовать здесь и приветствовать всех вас с важным событием в жизни и предприятия, и Норовлянского района, Мозырского, ну и в целом всего агропромышленного комплекса нашей области и страны. Сегодня мы вместе с вами становимся свидетелями открытия молочно-товарного комплекса на 600 голов дойного стада и с целым шлейфом 1000 голов. Я говорю на открытии первой очереди, потому что в следующем году, как и по программе у нас, мы построим точно зеркально такую часть комплекса. Но объем производства молока увеличится в 2,5 раза. С 8,5 тысяч тонн до 14 тысяч тонн. Это очень важный, серьезный результат в развитии агропромышленного комплекса Норовлянского района и в целом агропромышленного комплекса нашей страны. Сегодня на территории области, даже по состоянию на 1 января 2023 года, 355 молочно-товарных комплексов ущерб. Задача 1 января 2031 года, чтобы в каждом районе, в каждой сельскохозяйственной организации были такие современные объекты, где бы достойно было трудиться и получать высококачественную продукцию.